Здравствуйте, мои дорогие! В эфире «Солнечная Индия». Меня зовут Людмила, и я приглашаю вас в гости на канал «Индия, какую вы не видели». А также я вам покажу, как живет обыкновенная международная семья. Познакомлю вас со своими родственниками и друзьями. Добро пожаловать! Хотите опять побывать в посудном раю? Приглашаю! Вот я пришла опять в этот посудный рай. Здесь вилки, ложки. Не говорите, что индийцы едят только руками. Бутылки, вот это вот не знаю для чего, что это, чайники такие, смотрите, какие чайники интересные. Посмотрите, какое количество ступок металлических разных размеров, а вот здесь вот каменные ступки. Это вот каменные. Вот такой берут квадратик и вот такой вот типа скалки такой. И вот они кладут сюда масалу и натирают. У меня тоже такая была, когда я приехала. Пока я миксер не купила. Но все равно вот если они, вот мои родственники, да, если они вот приглашают гостей, ну, домашних там, хотят, чтобы было вкусно, они вот именно натирают и таким вот на камне. Как-то у них оно лучше получается, они говорят. Вот тут разные. Такие вот, видите, там для зажарочки. А рядышком там как гриль для сэндвичей. Ну, эти я вам раньше тоже показывала. Видите, тут можно положить фрукты или что-нибудь такое с крышечкой. И проветривается, и крышечка есть. Такие вот всякие мелочи. Вместе с вами посмотрю. Ножницы, ножи. Ну, а вот такой, как она отпила. Вот, а я покупала за 100 с чем-то в интернете. А здесь они, оказывается, по 70 рупий. Вот видите? А говорят, в интернете дешевле, потому что они не платят аренду. Как все магазины. Вот это вот не знаю, что за штука. Какая-то вот приспособление для чего-то. Кто подскажет, что это такое? Я не знаю. Смотрите, какие кастрюльки, какие-то они. Такие черного цвета, темно-серого. Не знаю, что там за материал. Это вот горячее ставить. А это что такое? Украшение просто для кухни. Это вот бамбуковые доски. Радио Яна.
Стоимость бамбуковой доски вот такого размера 200 рупий. Вот оранжевая лежит доска. Это вот такая, как мягкая, не знаю, силикон или это просто такой пластик мягкий. Если вы пользовались такими, напишите, стоит ли такие покупать или они неудобные. Это вот такие тарелки. Вот такие воки. Вот там вверху алюминиевые, а сейчас начали выпускать вот такие, я не знаю, там чем-то они покрыты. Говорят, что они тогда безвредные. Ну вот алюминий покрывает, так как алюминий считается вредный, а это безвредный. Ну не знаю, они какие-то такие тонкие. Там, наверное, подгорать будет или много масла нужно будет наливать. Тут закрома. Видите, это вот на них делают лепешки, раскатывают вот такие деревянные штуки. Бывают они еще и из мрамора. И вот скалки. Мужей бить. Орудие жены для вредного мужа. Видите, металлические, деревянные и вот мраморные. Это вот обыкновенные алюминиевые. Вот эти воки. Это вот есть, видите, сеточкой такой, крышечки. Это все крышки. Чтобы, допустим, рыбу жарите, чтобы она была хрустящая. Если вы накроете, она будет не хрустеть. Поэтому такая сеточкой накрывается, чтобы она вас не обплевала маслом. А вот вот такие с дырочками крышки. Ну, чтобы, да, вот такие вот такого типа, видите. Это чтобы быстрее остывала ваша еда, например, вам нужно быстренько, чтобы она остыла. И не хотите открывать, мало ли какая букашка-таракашка влезет туда. Поэтому они с дырочками. Ну вот металлическую посуду я не очень люблю. Вот какие-то появились новые сковородки и воки. Ну, довольно дорогие. Вот почти 3000 стоит вот эта сковородка. Там какое-то такое покрытие новое. То есть можно использовать металлические лопаточки и чистить тоже удобно. И в то же время поверхность нон-стик, вот как тефлоновая поверхность бывала, да? Вот. И она не меньше масла используется. Поехали. Приехали. Так, это не я трясу, это лифт трясет. Вот сюда наливается вода посередине, там цветочки можно положить, а вот это вот такая лампадки такие. Вот вместо ранголи можно использовать. Ее 16 литров. 16 литров. Китна. 4650. Порво блек вала. 12 литров. 3980. Это на 12 литров. Литр вала, китника, а более в блек. 3250. Какая красивая тоже посуда. Ну, пластик. А пластик это не есть хорошо. Ой, как я люблю такие всякие для закусок. Serving plate.
Ее кидна? 95. Тут вот баночки, скляночки. Печечки. Газовые плитки. Я смотрю, вот такие всякие коробочки для холодильника, чтобы там большие ящики для фруктов и овощей, ну, чтобы как-то более аккуратно они там стояли, по всему холодильнику не катались. $220 стоит такая. А такая 240. Это вот такие для овощей. Смотрите, вот такие стеклянные, разделенные. Стекло. Это все стеклянные кастрюли. Это что, 550 сет стоит или одна? Это вот керамика у нас. Вот такая керамика. Там уже фарфор, супницы. Ну, здесь вот такой разнобой пошел. Можно отдельно купить тарелочки. Все стекло. Вернее, фарфор. Так, ну, у меня хватает пока как бы сервизов. Вот такие сервизики. Этот стоит 4245. Вот такой. Этот вот я не знаю. Может быть, это такой нежненький какой-то интересный дизайн. А здесь что? Чайный сервиз. Наверное, молочник. Это чайный сервиз, короче, не знаю. Сколько стоит, не знаю. Ну, это вот 37 предметов. Вот такой тоже красивый. Смотрите, какой. Золотистый такой. Вот он. Там вверху вот такой. Вот 3000 стоит. 37 предметов. 3700
Ой, нет, 8750. Ну, я размечталась за 3000. Ну, тут чашечки обычно у них без блюдец. Тут вот стаканы, рюмки. Здесь вот такие. Вот, да. Стеклянные трубочки. Ну, стеклянные как-то опасны. О! Вот такое ведро мне нравится. 250. Так, все чашки. Это что за... Итяге? А? Видите, что это такое? Что это за яйцо Фаберже? Вот видите, вот так оно выглядит. Это, оказывается, вилки, ложки, приборы. Вот такое яйцо Фаберже. Красиво, конечно. На 6 персон. Вилки, ложки столовые, ложки чайные. Не знаю, десертные тоже есть. Сейчас посмотрим. Да, 6 десертных, наверное. Ой, они такие... Вот, 6 десертных, 6 столовых, ножей 6 или 5. Нет, десертных нет. 6 чайных ложек, 6 ножей и 6 вилок. Вот так. И стоит это удовольствие 2555. Здесь вот в таком исполнении 1850. То есть за вот это Фаберже они взяли деньги. Почти на 1000 больше. Так, это что тут? Это вот такие баночки. Стаканчики, фужерчики. Пиво мы не пьем. Цены я называю в рупиях, а рупия 1 доллар 80-82 рупии. Вот так. Стоит, поэтому вы уже переводите на свою валюту, какая тут у вас в стране. Классная. У меня простая, тут такая вот красивая. У меня тоже стеклянная, обыкновенная. Это вот чашки с крышечками. Опять стаканы такие интересные. Такой, посмотрите, какой интересный стакан. Очень даже интересный. А вот мерный стакан там есть. Ух ты, какие чашки. Сто сорок стоит одна. Так, 840 получится, да? Эти 135. Так, ну что, купить себе ведерко такое? Нет, мне надо... Ведерки у меня пока есть, пока еще не разбила все. Вот всякие формочки.
Это можно куличи печь на Пасху, что ли? Сейчас пока выключу, выберу себе чашечку. Вот, я открыла это Фаберже. Оно пластмассовое, а я думала, оно стеклянное. Ну вот и все, мои дорогие. Еще раз хочу вам показать фото товаров этого замечательного магазина. Я думаю, вы тоже получаете удовольствие, хозяюшки мои. Вот эти шикарные емкости для воды медные. К сожалению, именно вот эти я не купила. Объясню почему. Ну, объясню в следующем видео, покажу, что я купила. Вот такие различные плошки, ложки, поварешки. Такие serving plate симпатичные. Можно положить закусочку, соусы. Вот такие стеклянные кастрюльки. Ну, а это сервизы. Столовые сервизы и чайные сервизы. И есть комбинация и столовых, и чайных сервизов вместе. Там много предметов. Шикарная, конечно, посуда. Хочется все купить, но дело в том, что за всю жизнь накупилось уже всего. Если бы это все куда-то деть, их закупить новое, если бы еще на это деньги были. Но все равно с пустыми руками я не ушла. Кое-что все-таки я купила. А это яйцо Фаберже вообще поразило мою фантазию. Какое оно красивое и подходит к моей кухне. Но, увы и ах, я его не взяла. Спасибо вам всем, кто досмотрел до конца. Делитесь моими видео с вашими родственниками и знакомыми, которые интересуются Индией. Этим вы поможете развитию канала. До свидания, до новых встреч!